that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи. На самом деле, очень-очень уже ждешь, когда же начнутся сами соревнования. A lot of people do not really understand what happened in Sochi in these 7 years. Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Ребята все в строю. У нас есть лучшие в мире фигурное катание. Болельщики не простят равнодушие. Very short time to make it at the end, but they did it. Сегодня наша сборная будет биться. Просто это бриллиант. That was very impressive, you know. I never forget actually the. Самое главное, что все получилось. У нас были лучшие в мире Олимпийские игры, лучшие Паралимпийские игры. У нас получилась лучшая инфраструктура, значительную часть которой вы сегодня используете для получения новых знаний, для получения новых впечатлений. Мы этому очень рады. Сочи сегодня одна из трех важных городов в России, после Москвы и Санкт-Петербурга. Совершенно точно мы себе не представляли, что это наследие будет настолько успешным.